вкусные рыбные котлетки из свежей щуки с добавлением отварного картофеля и зелени станут полноценным блюдом на обед или ужин. Готовьте и не сомневайтесь. Для котлет из щуки с картофелем лучше всего подойдет филе из свежепойманной рыбы. Сделать фарш можно не только через мясорубку, но и пробить в бендере или измельчителе. Если в доме нет панировочных сухарей, замените их манной крупой. Щука 500 грамм, филе. Картофель, 2 штуки. Лук репчатый, 1 штука. Яйцо, 1 штука. Чеснок, 1 зубчик. Укроп по вкусу. Перец черный, по вкусу. Сухари панировочные, 50 грамм. Масло растительное, по вкусу. Количество порций 3. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из щуки с картофелем. Щуку почистите, вымойте и сделайте филе. Картофель очистите, сварите и остудите. Репчатый лук обжарьте в течение 7 минут. В миску сложите порезанный картофель, порезанное филе, обжаренный лук и зелень. Пропустите все через мясорубку. Чеснок почистите и натрите на терке. Добавьте его в фарш и перемешайте. В фарш добавьте яйцо, посолите и поперчите. Все хорошо перемешайте. Влажными руками сформируйте котлеты и выложите их в панировочные сухари. Сформируйте рыбные котлеты и выложите на блюдо. Уберите в холодильник на 20 минут. В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите котлеты и обжарьте до золотистой корочки с одной стороны. Переверните котлеты, убавьте огонь до минимального и закройте крышкой. Готовьте котлеты в течение 10-15 минут до готовности. Приятного аппетита!